Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников и их описание по книге «Великие музеи мира» Джорджа де Кирко. «Меланхолия отъезда», 1916 год, холст масла 51 на 36. Джорджо де Кирко – итальянский художник, теоретик искусства, один из предвестников сюрреализма. Середина 1910-х годов в творчестве мастера отмечена темой меланхолии и ностальгии. Ряд картин назван им соответственно. И действительно, у них такое настроение присутствует в большой степени, нежели в работах позднего времени. Можно назвать произведения «Меланхолия прекрасного дня», «Меланхолия политика», «Вокзал Монпарнас», «Тайная меланхолия улицы», «Ностальгии по поэту», «Меланхолия и мистерия улицы». На данной же картине окно и географическая карта с намеченным на ней пунктиром маршрутом ясно указывает на идеи путешествия, побега из замкнутого пространства студии. Художник еще ребенком, когда жил в Греции, чувствовал себя отделенным от своей итальянской родины, и плавание аргонавтов отождествлялось его сознание с возвращением туда. Он представлял свой путь из глубины и заточения через безграничный океан. Эта работа была создана, когда Кирко вернулся из Парижа в Италию, Феррари во время войны. Он служил клерком в итальянской армии, но при этом имел возможность заниматься живописью. Вот такое описание картины Джорджа Кирко «Меланхолия отъезда», описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.